Следующие несколько песен, это такие, знаете ли, мужские исповеди. Причем до такой степени откровенные, что страшно петь. Я просто вынужден оговориться, напомнить вам, что не всегда следует отождествлять исполнителя с лирическим героем произведения. Первая песня одновременно это как бы ретро-страничка. Это песня Бориса Алмазова. Очень хороший автор. Мало исполняемый сейчас. Ну а песня, она без названия, там все понятно. Борис Алмазов. Добрые бабы.